За спиной отрастают крылья. Не сдавайся, нет пути назад. Стань красивым, стань счастливым, стань тем, кто будет рад. Улыбаться себе в отражении, солнце луч видеть во тьме. Оля Петрова и Кудинова Женя помогут в этом тебе. Стань красивым, стань свободным, стань тем, кого не сломить. Стань сильным, будь спокойным, вместе мы сможем все пережить. Евгения Кудинова и Ольга Петрова в шоу «Стань ФСБ» на Голд Радио. Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 11:00, а это значит в эфире шоу «Стань ФСБ», «Стань свободным, сильным, красивым». И красивым. И с вами я, хулиганка. Хулиганка. Ольга Петрова и главный агент Евгения Кудинова. А я хулиганка? Вы красавица, умница. Всем доброго утра. И с нами сегодня Ирина Трифонова. Доброе утро. Ольга Михайловна, ну как у тебя дела сегодня? Как ты добралась? Ну, мы не будем. Сегодня не было праздника с пробками. Кстати, какие сегодня праздники? Ой, я сегодня посмотрела, да. Я тебе рассказывала сегодня. Ты меня сейчас прям врасплох застала. Сейчас расскажу вам, какие праздники. Сегодня день рыболовства. Не про нас. Да, да. Международный день ананаса, Оль. Нет? Всё, это не про подходит? Нас, да, кстати, это хорошо. Нам подходит. День рождения банкомата. Это тоже нам подходит. Не вижу ни одного праздника в честь моделинга, моделей, фэшн-бизнеса. Надо завести. Евгения Юрьевна, а вот вы модель? Я, ну как тебе сказать, да не особо. Так, под настроение иногда. Ладно, я видела фотографии вот. Ну, я не модель. Я все равно профессионально этим никогда не занималась. Ну, когда-то хотела в детстве, но в детстве я была толстенькая. Вот, потом я похудела, остались комплексы в голове. Ну, короче, пока я собиралась, уже как-то и уже чем-то другим занялась. А ты? Ну, я тоже, наверное, где-то так же баловалась. Я баловалась, честно признаюсь. Фотографировала, ходила на показы к друзьям, но как-то так не задалось. Но у нас сегодня гостья, которая нам об этом сегодня расскажет. Ирина Трифонова, топ-модель с невероятной красотой, харизмой. Лицо недели моды, да, Волга Фэшн Вик. Нева Фэшн Вик 13 и 14 сезона. 15 и 16, который будет вот осенью. Амбассадор многих брендов, лицо сейчас тоже какого-то бренда, вы нам потом чуть попозже расскажете. И, конечно, бизнес-леди. Короче, красивая, невероятная Ирина. И сегодня мы с вами разговариваем, общаемся на тему моделей, красоты, моды. Да, Ирина, ну расскажите, как вы вообще пришли? Хотя этот вопрос, в общем-то, и, как говорят, банальный, да, но все равно с этого просто ну, нельзя чего-то другого начать. Как вы вообще стали моделью? Да, потому что мы знаем, что у вас есть и другая работа. Как у любой девочки, девушки, это мечта детства, юности. Я закончила школу еще в начале 90-х. А если вы помните, тогда на экранах хлынула вот эта картинка топ-модели, вот эти известные. Ну, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, там кто там еще, Лина Евангелиста. И вот я, вот как любая девушка, смотрела на экран, и мне очень хотелось попасть на подиум. Вот я тоже, да, и мечтала о том, что вот я хочу быть моделью. Но это было начало 90-х, и мечты как-то остались в голове. Не пустили или как-то вот... Тогда были же сложные времена, развал Союза, и как-то вот была задача, как у нас у многих, выжить, ну, там, да, получить такую... Пойти основательную по земной профессии. Основательную профессию, да, там. И как-то вот эта мечта, она вот у меня задвинулась в глубины моей души, в сердце. Вот. Ну и как-то вот, я поступила в университет, я его закончила. Работа. Бухгалтерия. Там сначала, по-моему, у меня была государственная служба, потом я перешла, естественно, понабравшись опыта в частную
службу в частной компании. И вот на одной из таких работ, да, компании, я познакомилась с своим супругом вторым. Там случился у нас служебный роман. Так. Интрига пошла. Да, но чаще всего где знакомиться? На работе. Ну, по статистике. И дальше мы уже сложилась у нас семья, брак. Через какое-то время мы поняли, что нам надо открывать свой бизнес. Мы открыли вот свою фирму. И, соответственно, муж стал вести основные, да, направления. Это вот контракты, там, их ведение. А я вела бухгалтерию, так как я бухгалтер по профессии. И все было бы ничего, но случилась пандемия. Да, когда все в 2020 году, паника. Когда все сели дома, да, и было о чем подумать. Эти два месяца муж еще долго болел, мы его лечили, то есть там очень. То есть модели-то по подиуму ходили, да, и как-то вот. Они ходили, но я не ходила. Я ходила в мыслях. Мы сейчас продолжим. Я вас прерву. Напомню, что в эфире шоу ФСБ «Стань свободным, сильным, красивым». Мы сегодня вдохновляем на красоту. Жизнь. Кстати говоря, это дорога, которую каждый выбирает сам. И здорово, если ваша дорога проходит мимо Gold Radio. Ведь здесь не только чудесные передачи, но и чудеснейшая музыка. Слушаем музыку на Gold Radio. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ» на Gold Radio. Стань свободным, сильным, красивым. Стань ФСБ, будь ФСБ, как с нами, с вами. Я шеф-агент Петрова Ольга, главный агент Евгения Кудинова. И сама красота Ирина Трифонова, топ-модель. Ирина, ну давайте продолжим ваш рассказ. Вы говорили, что пандемия, заболел супруг, модели ходят по подиуму. А я не хожу. А вы не ходите? А у меня мечты. А я не хожу, да. Слушайте, ну а вообще мечты такая, говорит, прерогатива молодости, когда мы взрослеем, нам уже как бы не это вот, ну, не по статусу, что ли, мечтать? Ну, вот пандемия, вы знаете, очень дала такой толчок, и я пересмотрела всю свою жизнь. Я поняла, что я что-то не успела, я что-то не сделала, есть желания, которые я не осуществила. И вот, видимо, вот моделинг – это было мое вот самое заветное желание. И как-то постепенно это, видимо, где-то сидело в подсознании. Знаете, как за нами подглядывают наши компьютеры? В какой-то момент мне на почту пришла реклама. Приходите к нам в школу. Вот заметьте, Евгения Юрьевна, кстати, вот мы тоже так недавно только думали об одном деле. Хоп, и с утра нам звонят. Да, у нас, кстати, везде камеры. Да. Камеры везде. Ну, что за нами спит. Да. Везде. Ну, как он же проник как-то в мой мозг, я нигде-то это не озвучивала. Ну, как-то. Ну, в поисковиках нет, конечно. Ну, в общем, пришло приглашение, приходите к нам в школу. А у меня дочка, ей вот на тот момент 15 лет, и я решила, ну, я-то как-то, наверное, как-то по возрасту, ну, какая из меня модель. Ну, думаю, ладно, схожу по поводу дочки узнаю. Мне вот интересно было по поводу дочери. Я пришла в эту школу. Школа называется «В моде». А они мне предложили, собственно говоря, а вы сами-то не хотите? Я хочу, но а что, так можно? А что, в 45 плюс можно стать моделью? На что они мне сказали, да, конечно, сейчас границы расширяются, рамки расширяются. В Европе уже давным-давно вот возрастные модели, это прям вот приоритет. И вообще одежда дизайнерами шьется для женщин любых возрастов. Да, мода стала демократичной. Да, конечно. Это да. Не конец 90-х, вешалки. Да. Ну вот да, потому верно. Что раньше все, что, если ты хочешь стать моделью, ты должен быть прозрачным. С копеечкой. Чем прозрачнее, тем лучше. С копеечкой в кармане. Да, совершенно верно. Кстати говоря, если вы хотите посмотреть эфиры, все наши эфиры, то вы можете их посмотреть на нашем YouTube-канале. А найти нас в соцсетях абсолютно легко по нашему хэштегу ФСБ Медиа Групп. Ищите нас, будьте в курсе звездных новостей. А мы продолжаем эфир на Gold Radio FM. Ну и, собственно говоря, вот я приняла решение буквально за секунду. Вот
приехавший на собеседование, просто познакомиться, увидеть эту школу, я поняла, что я пойду. Почему же я об этом не сказала? Я ему сказала потом, когда уже я подписала договор. Ходи на мой показ, да? И как он отреагировал? Ну, он долго вообще не понимал эту тему, зачем мне это надо. Я долго ему, пыталась, как сказать, с ним договориться, объяснить, что, хочу, это мечта моего детства, хочу себя попробовать на подиуме. То есть сначала было сопротивление? Да, и причем оно было очень долго. Я уже стала выходить на подиум, я стала участвовать в показах, но уже очень долго еще сопротивлялся и не мог понять, зачем мне это нужно. Ревновал. Ну вы что там? Ну, мужчина понимает, уведут его красоту, будут смотреть все. Это же надо еще как бы для себя тоже принять, наверное. Как вы себя поддерживали? Обычно очень многие рассказывают, наши героини, да, на прошлых эфирах, да, что поддержка семьи, когда я двигалась во что-то новое, поддержка семьи там сыграла для меня решающую роль. А у вас, получается, с поддержкой так себе было. У вас какая-то самоподдержка была, или друзья, или в школе вас? Кто вас вдохновлял? Почему не остановились, не сказали супругу, ладно, не пойду? Ой, наверное, мое то желание... Оно было сильнее? Оно было сильнее, да. Я очень хотела выйти на подиум. Очень. Класс. Нет, супруг поддерживал, конечно, но мне приходилось с ним беседы проводить. Объяснять ему, зачем. Зачем мне это надо? Для чего? Он понял. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей о том, что каждый из вас... Ты перебиваешь меня, Ольга Михайловна. Простите, пожалуйста, так надо. Я подмигиваю. Так надо. Каждый из вас может рассказать свою историю успеха, написав нам в наших соцсетях, как я говорила уже, искать нас легко по хэштегу ФСБ Медиа Групп, либо написав нам в один из мессенджеров по номеру телефона 8-916-188-8684 мне, шеф-агенту Петровой Ольге. Кстати говоря, вы знаете, я же люблю погуглить что-нибудь интересненькое. Так вот, на этой неделе родился известнейший футболист Лионель Месси. Да. И знаете, он когда в детстве хотел стать футболистом, его никто не поддерживал, кроме бабушки. И потом он бабушке посвятил много своих побед. Знаково. И, кстати, у него Ольга Михайловна, дай сказать. Кстати говоря, у него были проблемы с гормонами роста, ему там требовалось лечение еще в подростковом возрасте. То есть у него ряд был препятствий для того, чтобы стать великим футболистом. Но он все преодолел и стал ФСБ свободным, сильным и красивым. Конечно, в футбол мы здесь сейчас не поиграем с вами, но хорошую музыку послушаем с удовольствием. Музыка на Gold Radio FM. На Gold Radio. А к нам сейчас прилетал и уже улетел черный ворон. К сожалению. Да, певица Золотой, а мы продолжаем в эфире Gold Radio FM шоу «Стань ФСБ», «Стань свободным, сильным, красивым». И будьте с нами, вас обязательно ждет успех. С нами Ирина Трифонова. Мы продолжаем нашу беседу. Ирина, когда тебе немножечко за 18, так 18 со стажем, начинать что-то новое, особенно с акцентом на внешность, это же страшно. Было страшно, особенно в первые выходы? Очень страшно. Было безумно страшно. Я вам больше того скажу, страшно всегда. Сколько я уже выходила, мне кажется, раз 50, может быть, больше выходов, все равно всегда, как экзамен сдаешь, все равно всегда страшно. Но уже тут такой страх немножко профессиональные, а в первый раз просто страх выйти на сцену. Подиум — это сцена, по сути. Это твой личный выход, эта минута. Это ты идешь наедине со зрителями, наедине с камерами, с видеографами, и ты понимаешь, что это твой сольный выход. Было очень страшно, да. Наша программа нацелена на что? Мотивировать, вдохновлять вас всех, идти к своей цели, не бояться, поэтому давайте все-таки еще на эту тему поговорим. Я хочу стать моделью, да, допустим, и не знаю, что мне делать, как выбрать модель, идти сразу в модельную школу, или можно без модельной школы как-то найти какого-то дизайнера, ломануться туда, возьмите меня. Я так скажу, если ты хочешь стать профессиональной моделью, конечно, школу закончить нужно. А если ты хочешь для себя, да, очень многие женщины приходят на подиум, есть же очень много сейчас платных показов, и это как сродни психотренингу.
мне кажется, поход к психологу или выход на подиум, это даже вот выход на подиум – это круче вот при поднятии своей самооценки, чем поход к психологу. Очень многие вот это делают, редко, какие-то там знаковые показы для них интересные, но я их понимаю, потому что вот если вот надо себя вот приподнять, проработать свою самооценку, иногда, знаете, как мы, как любой человек и женщина, ну вот иногда мы какие-то уходим. Минусы. В себя. Да. И вот если надо выйти из этого самокопания, то вот выход на подиум, вот точно я всем рекомендую вот так вот себя приподнять, и вы почувствуете, что это вау, это адреналин, и хватит потом этой энергетики на очень долгое время и на многие свершения в твоей жизни. А, кстати говоря, как вот вы считаете, на подиум может любая женщина выйти? Или все-таки надо как-то подготовиться к этому, скажем так? Здесь сейчас вопрос касается и веса, в том числе внешнего вида. То есть, ну, вот любая может выйти? Или, например, если у меня есть, например, лишний вес? Вот как? Ну, вот мнение. Или нужно все-таки подготовиться? Я печеньки ела с утра. Я? Можно выйти на подиум хоть вот вечером уже. Так же, как и Ольга. Сейчас вечером. Она сама на самом деле хочет выйти, но боится. Обычно показания все вечером. На меня все переносит, на меня. Это она про себя спрашивает, на самом деле. Это она любитель у нас пожевать печеньку. Ну, на самом деле, да, каждая женщина может стать моделью. Или все-таки есть ограничения, кого-то не возьмут. Вы знаете, но если все смотреть в комплексе, если все это органично, ну, если это не какие-то предельные там веса, размеры, вот. Хотя есть и такие показы, на самом деле, есть показы вот для очень статусных женщин, скажем так. Так что, в общем, главное желание вообще, на мой взгляд. Заметить, мы такие вот, Ирина, она корректна. Статусные женщины и сидя, и мы. А мы что? Плюс сайз. А что такое плюс сайз? Это ну, нормальный термин, Ольга Михайловна. Что ты? Ну, ладно. Я хотела разрядить обстановку. Нет, ну просто на самом деле здесь такой спорный вопрос, да, то есть вот когда есть лишний вес сильно, я говорю не про норму нормального веса, да, когда есть лишний вес такой, который уже мешает быть здоровым человеку, да, и вот выход на подиум, и вот эта иллюзия «я красива», это иллюзия или нет, это самооправдание, чтобы продолжать там, ну вот, быть в этом теле, да, или меняться. Ну то есть вот для меня здесь очень много философских вопросов, я ни в коем случае там не... как сказать, не хочу там сейчас какие-то там выделить, как правильно, как неправильно. Просто я говорю о том, что я размышляю на эту тему. Мы оставим это интригой, потому что сейчас мы еще раз вспомним, какие же у нас есть праздники. Напомним дорогим радиослушателям, что в эфире шоу «Стань ФСБ», «Стань свободным, сильным, красивым». Да, а я не про праздники буду говорить, я буду говорить про жаркую погоду. Я вот тут погуглила и посмотрела, где сегодня жарче всего. Любите так вы гуглить. Вот, 45-47 градусов сегодня в Саудовской Арабии, в Иране. Куда не полетим. В Китае, кстати, 45. В Катаре 44, ребят. Кто собирается? Ну, в Москве таких температур нет, конечно. На дачу. Но, Ольга Михайловна, ну дай сказать, я готовилась неделю, понимаешь? Так вот, в Москве таких температур нет, но есть одно место под названием Gold Radio FM, где такая жара. И сейчас будет. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ». ФСБ. На Gold Radio. А как сказал Виталий Гагунский, он же Кузя, плохое движение ФСБ не назовут. Недавно с ним общались. Мы продолжаем наше шоу «Стань свободным, сильным, красивым». С вами я, Петрова Ольга, шеф-агент, главный агент Евгения Кудинова и топ-модель с невероятной харизмой Ирина Трифонова. Мы продолжаем нашу беседу о красоте, о моде, о наших мечтах. Ирин, и все-таки, вот хорошо, как попасть на первый показ? Вот ты вроде отучился в модельной школе, там что-то тебе там какую-то корочку дали, дальше-то что делать девочкам? Что, куда, вот как правильно себя вести, как правильно себя продавать как модель, да, вот именно, чтобы тебя заметили дизайнеры? И, кстати, с какими дизайнерами вы сейчас работаете?
Ну, первый раз я вышла на подиум именно в качестве учебы в модельной школе. Там входит в контракт, в общем, выход на подиум, фотосессия. Поэтому вышла я в первый раз, естественно, участь в школе. А потом тебя замечают, ты обмениваешься контактами. И дальше это уже... Еще одна параллельная такая работа, да, не просто нужно походить и пойти домой, а нужно смотреть и знакомиться. Ну да, ты знакомишься, с тобой знакомятся, чаще всего берут контакты, или ты берешь контакты, ну, если тебе интересно. Либо вот на второй показ, где вот я познакомилась уже со своим дизайнером, с которым я потом долго работала, была у него амбассадором Назмайер. Знаем. Я, да, ну, он на слуху, да, известный. Я просто вот случайно увидела объявление одной девочки в чате, и она приглашала вот на показ к нему. Ну, что-то как-то вот так вот. Я решила, что, ой, я хочу, вот что-то мне вот надо. Надо. И я пришла к нему на показ. Один раз вышла у него вот первый. И все, и после этого он мне предложил стать его амбассадором. Вот так вот. Сам заметил, сам. Сам мне позвонил, да, на следующий день и предложил, что Ирина, я хочу тебя видеть своим амбассадором. Причем я долго сопротивлялась, я ему говорила, ну, Назир, ты же понимаешь, сколько мне лет. У меня были еще тогда представления, что, ну, это же все ну, должны шикарная, быть молодые шикарная. Девушки. Я даже как? Перебью, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире в ВК сообщества Gold Radio FM, давайте накидайте нам сердечек, ну, просто красотки мы заслужили. Он меня убедил, ты ничего не понимаешь, есть статусные платья, которым молодым девушкам, ну вот, они даже на них не смотрятся, и они их не преподнесут, как преподнесет это вот уже женщина, вот, которая прожила жизнь и имеет жизненный опыт. Сначала убедили в модельной школе пойти заниматься, потом Назмайер убедил. Да, вот да. Они. Да, он действительно, точки, да, отправные. Меня убедил, я потом убеждала мужа долго, что мне это надо. В очередной раз. Да, в очередной раз. Ну, вы сейчас, на данный момент, он уже убежден. Он очень убежден. Мало того, он закончил школу как фотограф. А, я думала, муж тоже пошел в модели. Да, я вам открою секрет, он выходил на подиум этой весной. Вот так это делается, вода камень точит. Да. Да, но он закончил школу как фотограф, и он со мной везде на показах в качестве фотографа. Ну, это же классно. Это круто, на самом деле, это уже, да, вот такая поддержка, когда легко пойти, и там тебя, ты смотришь, знаешь, куда идти. Да, не просто, но открыли новые грани в вашей семье. Да, 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 мы вот, мы как-то нашли вот эти творческие. Наверное, супруг говорил уже, что спасибо, что ты настояла, и что уговаривала. И не признается, да? Нет, он говорил спасибо, вот он в феврале, в марте заканчивал как раз свою вот эту школу фото. У них была отходная вечеринка, как это называется, да? Награждение, вручение дипломов. Он говорил слова благодарности, да, что спасибо моей жене. Она сподвигла меня вообще на все эти подвиги. Вот. Ну, так и есть. В общем, мы как-то потом поняли друг друга, что это такое наше хобби, которое нас вот поддерживает и стимулирует вот в чем-то другом, отличном от нашей основной это работы. Не мешает основной работе? Удается вот совмещать как? Ой, вы знаете, если честно, трудно. Совмещать. Не было мысли там, а вот уйти полностью в моделинг. Есть, сказать, они до сих пор есть. Мужу сказать, хорош, уже собственный бизнес, давай фотографировать. Нет, ну муж, конечно, вряд ли бросит. Для мужчины все-таки работа есть работа такая, вот, которая приносит доход стабильный. А у меня часто такие мысли бывают. Часто. А мы скоро продолжим. Я напоминаю, что проект «Стань свободным, сильным, красивым» — это проект медиагруппы ФСБ, куда входит глянцевый журнал. Заходите к нам на сайт fsbmedia.ru. Ищите нас по хэштегу ФСБ Медиа Групп. Ищите нас во всех соцсетях. Журнал продается на маркетплейсах. Точно так же можно найти его. Евгений Гудинова, как он называется? Я не выучила с прошлого раза. 2 балла. Freedom, Strength, Beauty. Ольга Михайловна, а ты танцуешь?
Я, да. Ты танцевала когда-нибудь? Да, профессионально танцевала, занималась танцами. Ну вот сейчас свой профессионализм нам продемонстрируешь, потому что музыка на Gold Radio. Ольга Михайловна, как всегда, выходит из танца, врывается. Свободная, сильная и красивая. Безусловно, врывается в эфир. Наше шоу «Стань свободным, сильным, красивым» на Gold Radio FM. С вами я, да, шеф-агент Петрова Ольга, главный агент Евгения Кудинова и Ирина Трифонова, которая рассказывает нам о секретах стиля, моды, красоты и моделинга. Ирина, расскажите нам секреты, как вы участвуете в международных показах, на международных неделях моды. Как вообще туда попали? Да, как попали, как туда добраться сегодня, какая логистика и прочее. Главное получить визу, собственно говоря. Логистика простая. Покупаешь билеты и летишь с пересадкой целый день. Не сложно получить. Я давно не получала визу, скажу честно. Вы знаете, ну вот мы два раза получали в итальянском визовом центре, выдавали нам на год. Ну, а как получить это вот можно? Ощущение, вы там в Италии? Круто. В Италии, потом мы обычно летим во Францию. В том году мы еще такой... С Назмайером, да? Да, это Назир, он просто там живет сейчас, в Париже. Во Франции, да. И там вот когда недели моды идут друг за другом. И он имеет, да, просто выходы на неделе моды и выходы на участие. Ну да, мы наблюдаем за ним. Да, и приглашает вот своих девочек. И здесь вопрос вот получения виз, ну и, естественно, вопрос финансов, потому что, ну, билеты, проживание, все это, конечно, ложится на плечи моделей. Но если очень хочется, можно полететь в Европу, в Милан, Париж. Главное желание. Ну, все равно главное желание здесь. Кстати говоря, у нас очень хорошая наша знакомая Ирина Калинина. Была на неделе моды у Назмайера. Да, да, да. Вы, наверное, знакомы, да? Да, да. Вот так вот, как тесен мир, Ольга Михайловна. А вот ты все никак не можешь собраться. Зато я хорошо танцую. Вот и сказать нечего. Да, прям сказал, как убила. За 3 года вы добились очень многого, да, стали профессиональной моделью. А вот есть на вашей памяти какие-нибудь такие курьезные случаи, интересные, может быть, трагичные, кстати, вот на. Курьезные или трагичные, Ольга? Разные. Ты определись как-нибудь. Разные. Мне все интересно. Всё. Противоречивая женщина. Да. Вы знаете, наверное, вот как раз первый показ у Назира. Я еще такая была совсем неопытная модель и одела такое платье со шлейфом. Ну, как мы все девочки, что такое и красивое. От бедра. Да, и от бедра, а был высокий каблук, естественно, и каблук зацепился за ниточки на подоле. И вот я помню, да, вот это для меня прям был очень показательный момент. Такой, я сделала выводы для себя, так сказать, провела работу над собой и поняла, что вот перед выходом всегда надо проверять все ниточки, все подолы, все, чтобы все было тебе комфортно выходить, идти вот этим модельным шагом. Ты же должен соблюдать темп, нести себя, да, вот эту энергетику, и чтобы тебе ничего там где-то какие-то. А если что-то пошло не так, я вот люблю задавать такие вопросы. Если что-то идет не так, ну, споткнулись, что делать? Потому идти что некоторые дальше. Некоторые же в панику. Я иногда вот смотрю, тоже показываю, мог, все, заплакали, убежали, расстроились, каблук вот в руки и ушла. Как себя нужно вести? Что нам делать? Идти дальше. Вот ты выходишь. Ты актриса на данный момент времени. Неважно, что случилось. Упала, не упала, споткнулась, не споткнулась. Поднялась или там вот, отряхнулась. Идешь дальше вот с лицом. Как будто так и надо. Ну, вот это так задумано. Вот это элемент шоу. Вот так вот. Да, но это вот нарабатывается опытом. Только вот опытом. А вот с недоброжелательными сталкиваетесь? Пишут что-то такое? Говорят? Как с этим боретесь? Вы знаете, нет, как-то не пишут, не говорят. Может быть, где-то у кого-то. Просто молча завидуют. Это хорошо, пускай там молча завидуют. Как говорят, сторонки покуривают, курение это вред. Нет, но близкие только все рады за то, что я вот так себя смогла победить на самом деле. А дальние, ну, я только могу сказать, ну, как бы флаг вам в руки.
старайтесь. Друзья, я напоминаю, если вы не сначала смотрите наш чудесный эфир, то вы можете его посмотреть в записи в сообществе Gold Radio FM ВК, а также на нашем YouTube-канале, в который мы выкладываем все эфиры, чтобы вы всегда могли посмотреть архивные выпуски. Что, а Ольга Михайловна? Есть сайт Radio Gold. И есть наш сайт, с которого сразу, прямо с главной страницы, можно зайти на Gold Radio и слушать. И добавок всегда запись находится в ВК. Сообщество радио. А я уже это сказала, Ольга Михайловна, ты невнимательна. Я повторю, вдруг кто-то забыл. Ты лучше не повторяй, а вставай уже танцевать, потому что, конечно, черный ворон к нам уже не летит, он уже улетел, к сожалению, наш любимый, но будет не менее прекрасная музыка. Слушаем музыку и танцуем. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ» на Gold Radio. Золото вашей души, вашего настроения, Gold Radio FM и шоу «Стань ФСБ», «Стань свободным, сильным, красивым» в совокупности. Слушайте нас, будьте с нами, и вы не пропадете. Продолжаем наш эфир. С вами я, Ольга Петрова, шеф-агент, Евгения Кудинова, главный агент. Почему ты никогда не даешь представляться самой? А ты меня толкай, я постоянно просто перебиваешь. Фальш-старт просто такой. Скажешь, тебе не кажется, Петрова, что тебя немного несет? Возможно, а я куда? Такая быстрая, я везде, я скоро поеду в Сочи, кстати, я вас заберу с собой, вы в курсе? Да, мы скоро едем в Сочи, в Абхазию и в Дагестан делать обзоры для нашего журнала. У нас будет такое огромное путешествие, немножко странное, да, по расстояниям и по, ну, как ты... Абхазия, Сочи, Дагестан, почему классно, на машине мы поедем. Ну, длинная очень. Да, но мы, вернемся к нашей красавице, топ-модели Ирине Трифоновой. Ирина, кстати, вы любите путешествия? Очень. И на машине, и... А модель как должна себя, ну, держать в форме? Во время путешествий? Вообще, спорт, диета. Да, во время путешествий, кстати, можно печеньки кушать? Я кушаю все. Во время путешествий в том числе. Вот, ну вообще, конечно, спорт. У меня свой тренер. Классический спорт занимаюсь, не там. Ну вот. Не деретесь? Нет, нет, нет. Ну, синяки не приветствуются на теле модели. Можно просто бить кого-то. Ольга, дерешься у нас только ты. Я давно не дерусь. Она занималась боксом, я ее еле-еле отучила. Но зато она всегда готова защитить меня, если что. Она говорит, я сломаю ногу или толкну. Это очень нужная подружка. Да-да-да, вы узнаете очень много нового об Ольге Михайловне. Будьте поосторожнее. Она, если что, может сделать то, что а я диеты, упомянула. Ну, все-таки надо себя истязать. Вот я всегда просто всем пытаюсь сказать, и чтобы со мной рядом нужные, умные люди сказали, что диеты — это зло. Знаете, Оля, я с вами полностью согласна. Единственное, что я не ем и не ела никогда, это вот, в общем, фастфуд. А слово «диета» для меня не существует. То есть я если хочется съесть, надо съесть, да. Иначе потом будет хуже, потом будет темнота, очнулся и горстка. Да. Ты возле холодильника жуёшь свой палец. Да. А мне кажется, её каждое утро на это жалуется. Что она моргнула, а потом... Да, а потом плюс... Ладно, не буду говорить. Тихо, не пали контору. На самом деле, к сожалению, наша тема она всегда будет актуальна. Девочкам есть о чем поговорить, но, к сожалению, наш час подходит к концу. Ирин, сейчас именно ваше соло. Скажите что-то от себя, что бы вы хотели девочкам, которые мечтают стать моделью, либо уже стали моделью, но ждут вашего профессионального совета. Главное не бояться, верить в себя. Если действительно ты хочешь ей стать, ты хочешь попробовать себя в роли модели, выйти на подиум, однозначно не бояться, выходить, найти вот эти выходы, лазейки. Вообще возраст наш, да, как сказать, уже не юных, а зрелых женщин, он на самом деле дает большой приоритет перед молодыми девушками, потому что накоплен опыт, ты уже приобрел свою харизму,
ты приобрел статус, у тебя взгляд, знаете, такой вот актрисы, и ты выходишь на подиум, и ты понимаешь, что ты вот играешь эту роль, и ты себя несешь, и на самом деле это здорово, это чувствует зритель, и когда ты уходишь с подиума и выходишь уже на общую проходку, ты понимаешь, что да, ты победил, ты сделал это, ты сыграл этот спектакль, ты королева. Я пошла, девочки, все, я после таких слов я пошла. Я хочу вам напомнить, что да, каждый четверг 11:00 ждем вас на Gold Radio FM в нашей программе «Стань ФСБ», стань свободным, сильным и красивым. А в следующий четверг мы ждем Ирину Новикову и будем говорить о личном бренде, о бизнесе. То есть, как всегда, мы будем мотивировать вас, вдохновлять на подвиги. Если среди вас есть те, кто может рассказать историю своего успеха, то добро пожаловать к нам на проект. А мы не прощаемся, мы просто уходим на долгую музыкальную паузу до следующего четверга. Всем лав, друзья, до встречи. До свидания. Пока. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ». ФСБ.